Дорогие мои друзья, всем большой-большой привет! Мне очень приятно, что вы ко мне заглянули, я очень рада вас видеть. Сегодня приготовим вкуснейшее горячее блюдо. Замечательный обед или ужин для всей семьи. Очень сочное, сытное, вкусное, яркое, ароматное блюдо. Для начала нарежем одну большую луковицу помельче. Морковь натрем на крупной терке. Я взяла две морковки, они небольшие. Отправляемся к плите, сковородку разогреваем, наливаем растительное масло и сначала обжариваем лук до легкой легкости золотистости, прозрачности лука. Теперь добавляем морковь, будем жарить вместе еще минутки 3. А пока лук с морковью обжариваются, займемся капустой. Мне понадобится 2 вот таких качанчика пекинской капусты. Разрезаем примерно пополам, но вот эту часть, у которой нежные листочки зеленые, ее сделаем побольше и пока откладываем в сторону. А белую часть капусты, хрустящую, нарезаем помельче. Я буду резать не все, примерно половину. Добавляем капусту к луку с морковью и обжариваем вместе еще несколько минут до мягкости капусты. Овощи я обязательно подсолю. Также нам понадобится один помидор и немного свежей зелени. Я взяла петрушку. Нарезаем помельче. Рис отварим до полуготовности. Я беру 80 граммов риса, это чуть меньше половины стакана. Как вариант, рис можно заменить гречкой, тоже получается очень вкусно. Гречку предварительно отваривать не нужно, нужно просто минут на 15 заранее залить кипятком. Собираем начинку. 500 граммов фарша добавляем помидор, зелень, обжаренный лук с морковью и капустой. Все хорошенько перемешиваю, и поскольку я буду делать 2 варианта и с рисом, и с гречкой, то поделю эту мясную часть пополам. В одну добавляю рис, посолю, добавлю черный молотый перец и немножко чесночка. Ну а во вторую часть добавляю гречку. Опять солим, перчим, добавляем чесночок. Начинки готовы. Нежные зеленые листики разбираем и заливаем кипятком буквально минут на 5. Они станут пластичными и мягкими. На каждый листочек кладем немного начинки и заворачиваем. Берем глубокую сковороду или сотейник. У меня вот такая очень удобная глубокая сковорода Таллер. 26 сантиметров диаметром и 7 сантиметров высотой. Сейчас на эту сковородку и ряд еще другой продукции Таллер скидка 30% до конца месяца. Все ссылочки я оставлю под видео в описании, переходите и посмотрите. Укладываем плотненько рулетики, голубцы. У меня в итоге получилось 2 ряда голубчиков. Я использовала 2 кочана пекинской капусты, довольно больших. Для заливки нам понадобится примерно 3-4 столовые ложки томатного соуса или 1-2 столовые ложки томатной пасты. Добавлю столовую ложку с таким приличным верхом сметаны, подсолю, перемешаю и разбавлю все горячей водой, примерно 300 мл. Заливаем голубцы и ставим на огонь. Когда соус закипит, огонь чуть уменьшаем, должен быть огонь чуть ниже среднего. Накрываем крышкой и будем тушить около 30 минут. Ну вот, наши аппетитные, вкуснейшие голубцы готовы. Можно всех звать к обеду. Выкладываем на тарелку. Для красоты я чуть присыплю красной паприкой и мелко нарезанным зеленым луком. Получились очень-очень вкусные, сочные, ароматные голубцы. Конечно, очень вкусно со сметаной. Попробуйте приготовить, я от всей души желаю вам приятного аппетита. Обнимаю всех крепко-крепко. Пока-пока, увидимся!